Здравствуйте! Опытный завод сварочного оборудования имени Патона представляет серию видеообзоров аппаратов инверторного типа. Сегодня мы поможем вам разобраться, какой сварочный аппарат станет вашим незаменимым помощником в бытовом и полупромышленном сегменте. Давайте рассмотрим серию бытовых инверторных аппаратов ЭКО. Серию представляет три модели на токе 160, 200 и 250 ампер. При своей номинальной мощности аппараты выделяются своими компактными размерами и высокой производительностью. Самый доступный по цене представитель линейки ЭКО – инвертор VDI-160E. Легко справляется с электродами диаметром до 4 мм включительно. Инвертор VDI-200E способен без проблем производить сварку электродами диаметром 5 мм. А инвертором ЭКО VDI-250E можно уверенно работать легкоплавкими электродами диаметром вплоть до 6 мм. Это самые компактные аппараты в странах СНГ при своей номинальной мощности. Продолжительность нагрузки аппаратов серии ЭКО составляет не менее 45% при максимальном токе, что позволяет решать множество задач не только в бытовом, но также на производстве и строительстве. Аппараты серии ЭКО имеют широкий диапазон регулировки сварочного тока. Стоит отметить, что потребление электроэнергии минимальное, ведь КПД аппарата составляет 92%. Учитывая нестабильность напряжения в отечественной бытовой сети, в аппаратах встроен блок защиты, что дает возможность уверенной работы при пониженном напряжении, вплоть до 160 вольт. Инверторы ЭКО не требуют профессиональных навыков в обращении и очень просты в использовании, а также имеют низкий коэффициент опасности. Все, что нужно для работы с ними, это правильно выставить сварочный ток. Пользоваться этими аппаратами сможет не только профессионал, но и новичок в сварочном деле, предварительно изучив инструкцию по технике безопасности. Давайте рассмотрим конструктивные особенности аппарата на примере VDI-250E. Сразу же хочу отметить класс защиты IP21, что предохраняет аппарат от проникновения мелких посторонних предметов и брызг, а также при работе в условиях высокой влажности. Мы видим, что аппарат имеет надежный металлический корпус, изготовленный на новом высокотехнологичном немецком оборудовании компании Trumpf, а также технологически правильную компоновку. Узлы, требующие охлаждения, находятся в нижней части, а электронные платы расположены в верхней части и защищены от загрязнений, что значительно увеличивает срок эксплуатации. Также можно выделить современный подход к изготовлению электронных плат, выполненных роботизированным способом с использованием современных IGBT-технологий с применением компонентов ведущих мировых производителей, таких как Vishai, Toshiba, NXP и другие. Также следует выделить наличие во всех аппаратах серии ЭКО таких незаменимых функций, как Hot Start, Arc Force и Anti-Stick. Немного подробнее о функции Hot Start или горячий старт. Благодаря этой функции мы получаем легкость поджига дуги и отсутствие залипания электрода. Старт получается легким и быстрым. Наличие функции Arc Force или форсаж дуги предотвращает прилипание электрода к изделию, ведь в процессе сварки происходит отделение капли металла от электрода, что резко сокращает длину дуги, и электрод может привариться к изделию. Аппараты ЭКО осуществляют форсирование дуги, автоматически увеличивая величину сварочного тока на очень короткий промежуток времени. Это снижает вероятность залипания электрода в процессе сварочных работ. Также очень полезной является функция Anti-Stick или антиприлипание электрода. Функция Anti-Stick автоматически отключает ток, предотвращая тем самым разогрев электрода при залипании, что также упрощает его отрыв, сохраняет пригодность и снижает пожароопасность. Что ж, с основными функциями мы разобрались. Давайте рассмотрим комплект поставки.
Инверторы серии ECO поставляются в картонной коробке, внутри которой находится сам источник сварочного тока с сетевым кабелем, сварочный кабель с электрододержателем длиной 3 метра, а также 3-метровый кабель с клеммой массы, ремень для переноски на плече и подробная инструкция о эксплуатации. Официальная гарантия на инверторы VDE составляет 5 лет с момента покупки, а сервисный центр завода обеспечит быстрый и качественный ремонт в течение от 1 до 3 дней. Более того, в случае необходимости гарантийного ремонта в течение первого года службы, все расходы по транспортировке вашего аппарата завод берет на себя. А теперь на примере модели VDE-250E попробуем разжечь дугу. Для этого мы будем использовать универсальные электроды производства Patton марки Elite. Они есть в разных диаметрах, но сейчас мы будем использовать электрод диаметром 5 мм. Аппарат у нас уже подключен, ничего сложного в подключении нет. Все стандартно. Масса к минусу, электрод к плюсу. Устанавливаем 180 ампер и начинаем сварку. Посмотрим, что у нас вышло. Как видим, получился ровный, качественный шов. Отличный результат сварки. Инженеры завода постарались, чтобы аппараты серии ECO отвечали самым высоким требованиям. Качеству сварки, долговечности и в то же время были доступны по цене. Хотите стать владельцем аппарата, получить консультацию специалистов, или желаете приобрести дополнительные аксессуары для сварки, звоните в отдел продаж по многоканальному телефону 259-40-00. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы и помогут подобрать оптимальную модель из целого ряда сварочных аппаратов, исходя из ваших нужд. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал и получайте пропуск в мир современных сварочных технологий и оборудования вместе с видеообзорами от завода Patton. До новых встреч на нашем канале. Ни брызг, ни зайца.